Боевики вооруженной оппозиции Сирии продолжают минометный обстрел Дамаска. 4 снаряда разорвались вблизи школы города Хараста. Погибли 6 детей. 8 получили ранения. Напомним, в минувшую среду в результате минометных обстрелов в стране погибли 8 человек. 34 сирийца доставлены в больницы. Сирийское командование возобновило активные военные действия на этом участке после безуспешных попыток добиться капитуляции радикальных группировок.